Мы подготовили третий дом к сдаче, уже произведены все работы внутри дома, закончили благоустройство дворовой территории. Активно идет строительство четвертого дома. Сейчас продолжается заливка монолита на цокольном этаже. В пятом доме мы продолжаем установку окон. Активно ведутся работы по штукатурке внутри и работы по электрике. Также приступили к работе пожарники по установке пожарных сигнализаций в доме.